преддверии Дня химика представители правкома акционерного общества «Апатит» побывали в гостях у ветеранов и заслуженных работников предприятия. Поздравили с праздником и вручили подарки. Что вспоминают те, кто свою жизнь отдал горному делу и работе? В материале Антона Рассказова. С самого утра представители управления с цветами и подарками ездят по адресам, поздравляют заслуженных работников. На очереди Юрий Демидов. Человек на предприятии более чем известный. Мы хотим вас поздравить с наступившим уже праздником Днем химика. Сказать вам слова благодарности огромные за ваш вклад. За то, что вы сделали на предприятии, да. Развитие инновационных технологий, всего-всего, что у нас было. Да. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Это от нас тоже подарок вам. Да, Юрий Васильевич Демидов 26 лет отработал на предприятии «Апатит». Приехал в 1959 году, сразу после окончания Ленинградского горного института. Работал мастером на 740-м горизонте Юкспорского рудника. За время работы прошел путь от горного мастера до начальника технического отдела, заместителя главного инженера АО «Апатит». На встрече Юрий Васильевич делится воспоминаниями. Много яркого такого в принципе. Потому что, ну вот я знаю, что вот у меня много систем разработок, которые так и называются система Демидова. Вот она применяется, внедряется. Там. Вот мы сделали так конвейера, тоже был конвейер Демидова. Там много делали всяких таких новшеств, интересных таких нюансов, где так, облегчали гораздо производительности. Труд облегчали так гораздо. Работу пришел как на праздник. То есть временно хотелось идти на работу, хотелось что-то делать, хотелось что-то там. И потому что и было это как-то так хорошо. Потому что и было хорошо, как-то тебя уважали, и я уважал. И коллектив, у нас был очень сильный коллектив. Для предприятия «Апатит» все заслуженные работники, ветераны труда – это настоящая гордость. Это люди, которые в свое время вложили огромный вклад в развитие нашего предприятия. Именно на том фундаменте, который они заложили, мы сейчас имеем возможность построить такое предприятие, которое мы сейчас строим. Ветераны – это наша опора, это те люди, которые передают свой опыт. Благодаря им мы помним нашу историю.